В городе Славянск Донецкой области захвачено здание райотдела милиции. И вот видео с места событий. Люди в камуфляже, закрытыми лицами и георгиевскими ленточками. Назначенный Радой главой МВД Аваков уже написал в своем фейсбуке: вот тут реакция будет очень жесткой. Кто эти люди, непонятно. Возможно, кто-то сознательно выдает себя за сторонников федерализации, чтобы обострить обстановку. Чуть ранее в Донецке на полчаса было захвачено здание областной прокуратуры, но здесь обошлось без применения силы.